КамАЗ для Романа из Ставрополя. КамАЗ 615, крыши Макси. На следующей неделе будем по плану отгружать этот КамАЗ. Осталось обкатать. Не так много нюансов осталось. На следующей неделе уже отгрузим этого красавца. Труд так и не терпится тоже, да, поучаствовать. Смело можно ставить рядом с машиной, которая Сочи. Я так и сделал, что 517. Сейчас будем выстраивать их в ряд. Здесь 360 лошадей. Коробка ZF9. Топливная аппаратура и езда. И клиент попросил именно, чтобы была кама. Сразу ее не было. Обычно мы всегда ставим бунтайр. Я попросил, чтобы именно была кама. В итоге нашли. Все нормально. Погода пока грязная. Но в любом случае будет не помеха нам обкатать КамАЗ. Так, у нас еще был разговор с Романом по поводу, чтобы водительское сиденье старого образца вот сюда поставить. Здесь будет у нас обшивка кизляр. Да, тут нужно будет тоже привязать. Обвязать. Опа. Дышка 14. Вот так, Роман. Поэтому на следующей неделе сейчас запланируем с вами день, когда мы все закончим. Можно будет приехать и его забирать. Вот так.